Здравствуйте, дорогие друзья, и приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелис Сосуева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Милуки дель Монако. И сейчас я даю короткое видео о правильных мышцах, как их найти. И эти правильные мышцы, они поддерживают ваш голос. И в развитии, если вы их освоите, они будут вам очень помогать. Я имею в виду, это низ живота, мышцы, которые связаны с тазобедренным суставом, и низ ребер. Да. Как же нащупать эти мышцы? И как можно нащупать на вдохе эти мышцы? Я предлагаю упражнение на тонкую струю воздуха. То есть вы делаете губы трубочкой. И пытаетесь вот найти. Можно сидя, можно стоя. И чем тоньше эта струя, тем глубже работают мышцы. Там, конечно, нет воздуха, но они связаны с дыхательной системой, эти мышцы. И желательно несколько раз подряд вдыхать, тогда вы можете углубляться. Да. И сразу же хочу сказать, что когда вы будете искать эти мышцы, вы найдете, что при некоторых обстоятельствах вдох, нижнего вдоха, да, где нижние, область нижних ребер работает, да, и ниже, плечи могут подниматься вниз. Вверх, вернее, извините, вверх. Когда спина очень хорошо раскрывается, да, ребра на спине прямо раскрываются, вот так, да. Да. И иногда этот правильный вдох ошибочно принимают за неправильный вдох. Я сейчас покажу неправильный вдох, это вот такой. Это неправильно. Просто во вдохе поднимаются мышцы, все, закрыто все, да. Вот правильный вдох. И его можно научиться делать и... Да, можете найти... Существует огромное количество видео и у Дель Монако, и у разных других певцов, и у баритонов, и у басов, когда существует вот это. Но это поднимается только за счет того, что именно работает низ дыхательной системы. Поэтому, когда некоторые дамы сидят и смотрят, они не слушают, как звучит голос, а только смотрят и возмущаются, что там что-то плечи поднимаются. Они просто не в курсе, что есть разные причины, когда поднимаются плечи, при которых поднимаются плечи. И надо смотреть, а как они отдельно, они связаны с чем-то, они что-то блокируют. Или они под... Как это работает? А чаще всего неправильно дышат тенора. Чаще всего. То есть они вдыхают действительно в плечи. Но найти правильный вдох возможно. Да, поискать. А где же у вас там? И при правильном вдохе работают глубокие мышцы, да, которые находятся далеко, не в этом уровне. Открывается правильно горло, гортань вернее, и работает правильно челюсть. Спасибо за внимание. Всего доброго.